Твери продолжается выдача бесплатной школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей. Реализацию региональной меры поддержки в школах Верхневолжья контролируют общественники и депутаты Тверской городской думы. Проект «Бесплатная форма для школьников из многодетных семей» реализуется в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках нацпроекта «Демография». В этом году категория получателей значительно расширена. Комплекты предоставляют всем ученикам из многодетных семей с 1 по 11 классы. Комплекты многообразны, всего возраста, да, например, в первом классе дополнительные брюки идут, опять же, у девочек это жабо, обычно это традиционно верхняя одежда, соответственно, верх и низ, и три комплекта, либо рубашек, либо блузок, плюс идет, соответственно, герб Тверской области и, ну, у мальчиков галстук еще. На этой неделе выдача формы началась в школе номер 36. Для повышения скорости обслуживания комплекты одновременно получают сразу по 3 семьи. Кроме того, здесь организована и примерочная. Обычно примерка – это настоящее такое маленькое шоу с выбором. Возможно, замена, все довольны. Это очень приятное событие. Дети радостные, что к 1 сентября пойдут в новой форме. Это 87 человек из многодетных семей. Также началась выдача школьной формы и для учеников средней школы номер 42 и 18. Мы помним себя, как мы тоже ждали 1 сентября новую одежду, новые бантики, новый портфель. Так и здесь. Это очень важно не только для детей, для родителей, но для смысла того, что мы заботимся о детях. Родитель высоко оценивает реализацию региональной меры поддержки и качество пошива комплектов. Мы уже не первый раз получаем, нам всегда позвонят, скажут, что форма приехала, можно прийти получить без очередей, все хорошо, удобно. И форма нам очень нравится. Все комплекты доставляются в индивидуальных упаковках с изображением символики Тверской области и национального проекта «Демография». В каждый набор включены значки с изображением герба Верхневолжья. Причем, если форма не подошла ребенку по размеру, то ее можно и обменять. Мы контролируем этот процесс практически с самого начала выдачи этой формы. Есть, как говорится, люди, которым форма очень хорошо подходит, но есть возможность заменить. И этот процесс сейчас отрабатывается более детально каждому. Всего в тверских школах планируют выдать более 6 тысяч комплектов школьной формы.